Я сегодня и мои друзья, и военно-патриотические силы, и политические деятели видели обращение одного персонажа, блогера, который, мы знаем, всегда действует по указанию властей Армении. Небезызвестный Роман Багдасарян, который призвал, чтобы Рубен Варданян ушел в отставку, так как этого требует Азербайджан, и условием является разблокировка. Значит, я хочу сказать вот что. Обращаюсь к парламенту Арцаха, к аппарату президента, лично к президенту Арцаха Арайку Арутюняну. И еще раз хочу заявить не только от себя, от имени многих-многих людей, проживающих в диаспоре, которые мне позвонили, написали, от имени военно-патриотического блока, от имени ряда политических деятелей, государственных, общественных деятелей, всем, от имени всех тех, кому не безразлична судьба Арцаха. Я обращаюсь, и мы обращаемся к вам. Еще раз, если эта отставка происходит под давлением Азербайджана, и к этому имеют власти Армении, вы совершите государственную измену, будете прокляты, и в дальнейшем придет время, лучшие времена, будете арестованы. По факту и по статье «Государственная измена» и действия в интересах иностранных государств.